Товарищество с ограниченной ответственностью «Караганды-Жарык» – крупнейшая энергопередающая организация в регионе, главная цель которой – качественное и бесперебойное снабжение электрической энергией потребителей, запитанных от сетей компании. «Караганды-Жарык» успешно продолжает работу по созданию в регионе автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. Планомерно ведется масштабная работа по установке приборов учета нового поколения, отвечающих всем требованиям сегодняшнего времени. В рамках инвестиционной программы ТО «Караганды-Жарык» по модернизации и техническому переоборудованию существующих сетей установлено сотни тысяч приборов учета. По всем показателям в решении данной программы компания лидирует в Казахстане. Например, город Сатпаев полностью переведен на автоматизированную систему коммерческого учета. Работники компании проводят планомерную работу по замене старых, отживших свой век приборов учета электроэнергии. Но зачастую внутридомовые электрические сети, щитовые, просто непригодны для переоборудования. Содержание их в техническом порядке ложится на КСК. Это опасно в первую очередь для жителей. В общем, щитовая, в которую есть доступ, но, скажем так, стоять рядом с ней очень опасно. Потому что в любой момент могут замкнуть какие-то провода, что-то отвалится и что приведет к короткому замыканию. Да и сами жители не всегда понимают выгоду и удобство при установке новейших приборов учета. Да подумал, что она такая же реклама. Ошибочка выходит, это уже не реклама, а реалии сегодняшнего дня. Это должны понимать все жители региона. Современные приборы учета устанавливаются совершенно бесплатно и находятся на балансе Караганды-Жылу. Энергопередающая компания идет на определенный риск, реализуя программу по внедрению автоматизированной системы коммерческого учета. Но делать это необходимо. Моральный и физический износ старых приборов учета влияет на погрешность измерений, недоучитывает реально потребленную электроэнергию. Это не прихоть ТО «Караганды-Жарык», а реализация государственной программы по экономии электроэнергии. Мы будем устанавливать после замены вот этих электропроводов, вот этих кабелей, хозяйство вот это, ну, индукционные счетчики, этим не против, этим никто в смысле не против. Эта переоборудованная трансформаторная подстанция обеспечит потребителей Гульдер-1. Показания счетчиков можно получить прямо здесь. В трансформаторной подстанции мы подключаем специальное оборудование к ноутбуку, и буквально за 2-3 минуты производится съем показаний полностью со всех окрестных домов. То есть в данной ситуации порядка 500-600 потребителей мы снимем буквально за пару минут. На вид все очень просто, но за этим стоит огромная работа проектировщиков, монтажников и других специалистов Караганды-Жарык. Открываем специализированное программное обеспечение, нажимаем кнопочку «Опрос» и ждем несколько минут. Мы находимся в микрорайон Гульдер-1. Дом в данный момент 16, квартира 111. Вот здесь указана фамилия потребителя. Указан, соответственно, номер счетчика. Здесь показания снялись в 12 часов 21 минуту. И показания составляют 31-33. Дата вот 6.03. То есть вот самые свежие данные, которые есть на данный момент. Вот 12 часов 21 минуту. То есть это гарантирует точность снятия данных. И снятие данных, показаний, происходит одновременно со всех. В щитовой каждого подъезда, каждого этажа, каждой квартиры также можно сверить показания счетчика. Именно отсюда и идет сигнал в устройство, которое смонтировано в трансформаторной подстанции. То есть мы сейчас открываем щитовую и видим те счетчики, с которых в трансформаторной подстанции мы снимали показания. То есть вот эти счетчики подключены, ну, как обычно, старые наши приборы учета электрической энергии. И вот по вот этим проводам, с помощью которых происходит подключение, они передают все свои данные и показания. Счетчики используются, в данном случае, Меркурий, 200 марка 04. 04 означает, что у них имеется как раз таки PLC-система. То есть это, ну, система передачи данных с помощью силовых кабелей. При такой системе воровство электроэнергии практически невозможно. Даже если Караганда-Жилусбыт отключит нерадивого должника за неуплату, это происходит простым отключением двух проводов. При этом счетчик остается подключенным к системе энергоснабжения, и его показания постоянно поступают в базу данных. Здравствуйте. Здравствуйте. Насчет счетчиков новых хотели бы вас. Каждый месяц даже удобно и выгодно, то, что они сами приходят, все пишут, и каждый месяц мы как бы уже идем и платим за электроэнергию.
При желании потребитель может самостоятельно выбрать для себя удобный режим работы счетчика, который влияет и на тариф по оплате услуг. Электросчетчики «Меркурий» предназначены и для такой операции. Через релейную линию вся информация поступает в головной офис компании «Караганды-Жарык». В данный момент идет процесс опроса. Опрос закончен, идет построение таблицы, и мы видим полученные данные. То есть здесь мы наблюдаем, что это микрорайон Степной 4 в данной строке, дом номер 2930, то есть все окрестные дома, которые находятся в округе, квартира, фамилия потребителя, тип прибора учета опять-таки установлены, номер прибора учета электрической энергии и показания непосредственно. То есть вот показания, сняты на 13 часов 52 минуты, составляют 57.41. Затем эти показания конвертируются в определенный файл определенного формата и передается в энергоснабжающую организацию, то «Караганды-Жилсбыт» для выставления счета уже непосредственно бытовому потребителю. Преимущество системы коммерческого учета электроэнергии налицо. Достоверность показаний, открытость. Человек сам может контролировать потребляемую электроэнергию. Гибкая система расчетов. Полное исключение так называемого человеческого фактора. Класс точности приборов – единица. И никакой контролер не побеспокоит вас. Марат Такишев, Толеген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.